Вітаю в ефірі «Репортер». Мене звуть Костянтин Гричани, і це міжнародна політична панорама. Сьогодні ми будемо говорити про план дій щодо членства України в НАТО. Чи може наша країна розраховувати на нього найближчим часом? Зокрема, от у контексті зустрічі, важливої зустрічі, яка відбулася цього тижня між Джо Байденом та Володимиром Путіним. Говорити будемо сьогодні з Павлом Шандрою, депутатом Одеської районної ради від партії «Євросолідарність». Вітаю вас, Павле. Добрий вечір. Та Олексієм Яремицею, депутатом Одеської міської ради ОПЗЖ. Вітаю вас. Давайте відразу означимо з позиції. Як я розумію, що ви, Олексію, взагалі проти вступу України в НАТО, так? Але все-таки ця норма записана в Конституції і наразі є от державна політика в цьому напрямку. Як ви вважаєте, чи може Україна найближчим часом розраховувати на ПДЧ? Ну, во-первых, я однозначно за нейтральный статус нашей страны. Я против как вступления в НАТО, так и вступления каких-либо военных союзов, как в свое время было организовано Российской Федерацией, там, Казахстаном, Белоруссией и так далее. Я считаю, что у нас судьба быть нейтральным государством, иначе мы можем просто потерять, по сути дела, это государство и государственность. И скажу откровенно, вот то, что происходит в нашей стране, начиная с 2014 года, в той или иной степени закваска произошла, конечно, и пораньше, но в основном-то это все стартовало с 2014 года. Ну, понятная ситуация, потеря Крыма, военные действия на востоке Украины. Это как раз в какой-то степени является таким, знаете, звоночком. Ситуация вокруг вступления нашего государства в НАТО или какие-либо другие военные союзы. По поводу вот той встречи, которой так многие ждали, и мы тоже на многое рассчитывали. Ну, мы, имеется в виду государство, государственные деятели. Почему? Потому что лично я, скажем так, от этой встречи, имеется в виду господина Байдена и господина Путина, особо ничего не ожидал хорошего для нашего государства. Почему? Потому что давно понял, что мы являемся, по сути дела, разменной монетой. И всякого рода заявления, как руководителя НАТО, Байдена там, и некоторых других глав государств, членов НАТО, членов Европейского Союза, больше носило характер, знаете, ну, скажем, такой подготовленной пилюли для господина Путина при обсуждении более важных вопросов на встрече Байдена и Путина. Поэтому я, скажу вам откровенно, вообще какие-либо разговоры о вступлении в НАТО для нашей страны это может просто привести к потере как территории, так и потере государственности. Это мое глубочайшее убеждение. Павло, ваша думка, чи можемо ми розраховувати на ПДЧ найближчим часом, і чи може от політика євроатлантичної інтеграції призвести до того, що казав Олексій? Давайте вспомним, что в феврале 2019 года Верховная Рада внесла в Конституцию изменения, и четко был зафиксирован курс на евроатлантическую интеграцию. Там было сказано, что президент, кабинет министров, Верховная Рада должны руководствоваться курсом на интеграцию с НАТО. Поэтому говорить о каких-то других вариациях, ну, я считаю, что это некорректно. Надо понимать, что... Ну, видите, Конституцию тоже можно изменить. Як внесли зміни, то можуть внести і інші зміни, є ж процедура. Ну, смотрите, как бы НАТО тоже создавалось не за один день, да? НАТО – это важный мостик между США и государствами европейского континента. Украина – государство европейского континента. Мы все помним, как когда в второй половине 20 века началась европейская интеграция, то это коснулось таких сфер, как безопасность, социальной сферы, экономики. Но консенсус в отношении единой европейской армии так и не был найден. Единственный раз, когда к этому пришли, достаточно близко, сейчас я закончу, это был 52-й год, когда был подписан договор о создании Европейского оборонительного содружества между Францией, Германией, Италией, другими государствами. И тогда, так как он не был ратифицирован парламентом Франции, эта идея вся и закончилась. Поэтому НАТО – это достаточно важный орган для обороны государств
І я вважаю, що необхідно йти цим курсом. Ну, якщо ви пригадали вже історію, то давайте скажемо теж відверто, що єдиний європейський військово-політичний блок не був створений в тому числі через позицію Сполучених Штатів, яка якраз і намагалася, які намагалися зробити так, щоб європейські країни не прийшли до консенсусу. Ми можемо згадати Макрона, який активно дуже просуває, принаймні раніше просував цю ідею, так, створення військових сил європейських. І в той же час, коли він найбільше от активно почав це робити, він отримав жовті жилети. Ну, по суті, так і було, ведь парламент Франції не ратифіцировав, з одної сторони, а з другої сторони... Ну, ми ж розуміємо, що це не без участі Сполучених Штатів все відбувалося. Ну, здесь тяжело сказати на самом деле, но важно другое, что даже когда после аннексии Крыма в 2014 году восточноевропейские государства снова подняли этот вопрос, то он был тоже заблокирован Францией и Германией. А почему? Потому что, во-первых, им невыгодно нести это финансовое бремя, а во-вторых, для Франции и Германии важны отношения с США, и это их стратегия номер один. Олексію, от представники вашої партії часто заявляють, що вони в тому чи іншому ступені не проти європейської інтеграції, так, але проти євроатлантичної. Але, як показує, власне, європейський досвід, що євроатлантична європейська інтеграція, принаймні, що касається країн Східної Європи, переважно проходили паралельно. Смотрите, це не одно і те ж. Це не одне і те саме, але це паралельні процеси. Це паралельні процеси, це, на самом деле, все дуже относительно. Смотрите, от кожне государство, независимо от того, восточная это Европа, не восточная Европа, они должны думать и думают развитые государства, в которых есть соответствующая элита, которая, знаете, ну, думает своей головой, а не какими-то отдельными частями тела. Они понимают, что в интересах этого государства вступать в НАТО, не вступать в НАТО, вступать в Европейский Союз, не вступать в Европейский Союз, вводить единую европейскую валюту евро, не вводить. То есть каждая страна себе определяет, исходя из выгоды для своего государства. Финляндия, допустим. Да? Вот простой пример. Она сопредельно с Российской Федерацией, граничит, достаточно немаленькая, мягкая зона приграничная, взаимоотношения крайне такие сложные. В свое время была Советско-финская война. На старте поддержали гитлеровскую коалицию, потом, наоборот, ушли из этой антигитлеровской коалиции. Кстати, очень интересно, финны, они даже не понесли особо экономического ущерба касательно того, что они не участвовали в контрибуции, которая коснулась тех стран, которые с Гитлером были до конца, будем так говорить. То есть такие ребята достаточно ушлые, я говорю о финнах. Они члены Европейского Союза, они члены еврозоны, но они не члены НАТО. Почему? Потому что им это невыгодно. Почему? Потому что они с определенного времени, еще там с 50-х годов, как раз на вот этой определенной, ну скажем, такой транспограничности взаимоотношений с Советским Союзом только получали выгоды, немалые выгоды, да? И они занимали нейтральный статус. Ну, а Швеция, я молчу, они достаточно давно являются... Норвежцы, они в НАТО, але не в ЕС. А норвежцы, да, потому что им выгодно уничтожать китов, понимаете, вылов рыбы, и есть определенные у них моменты, связанные с нефтедобычей, газодобычей, им вообще невыгодно быть как в еврозоне, так и в составе Европейского Союза, но не члены НАТО, правильно вы говорите. Причем, но не члены НАТО на самом старте создания НАТО, еще 49-го года, там своя история. И вот это ключевой момент. Мы же говорим про новых членов НАТО. Да, теперь какая ситуация? Вот смотрите, вот это ключевой аспект, ключевой момент. Каждое государство, каждая страна должна определить. Теперь Украина. Теперь давайте так. Украина ментально, по сути дела, и до сих пор, независимо от тех событий, которые начали происходить в 2014 году на Донбассе и так далее, что-то, может быть, чуть изменилось, но в целом она, условно говоря, ментально поделена, потому что это было частью там, Российской империи, часть там, была Австро-Венгерской империи, и определенно ментально она поделена. У меня у самого, там, допустим, родители Черниговской области, из Кировской области, это украинцы, ну да. Но они разные ментально. Черниговская область – это одна ментальность, а Кировская область – это другая ментальность. Вы понимаете? И это нужно понимать. И нужно понимать, что всякого рода движения
усиленные такие, знаете, радикальные в сторону Европейского Союза там, или НАТО, или наоборот в сторону Российской Федерации, может привести к разрыву этой страны, может привести к, скажем так, к тем историческим событиям, когда у нас была правобережная и левобережная, вы понимаете? И это нужно четко осознавать. Но нашим руководителям, извините за выражение, мозгов не хватает. То есть они вот начинают рассказывать жителям, гражданам Украины о том, что вот мы сейчас вступим в НАТО, и счастье будет родное, Крым нам вернут, не знаю кто, каким боком, на Донбассе все будет хорошо, до этого не будет. Во-первых, нас не возьмут в НАТО, если у нас есть проблемы такого рода. А во-вторых, каким вступлением в Европейский Союз? Друзья мои, ну подождите, а зачем мы Европейскому Союзу там нужны? То, что они хотели, они от нас получили. На сегодняшний момент 30%, наверное, ну скажем так, трудоспособного населения, как минимум в западной части Украины, а может уже, наверное, и поболее, находится уже на заработках в Польше, в Германии, в Чехии. Это все знают, для кого-то не секрет. А еще в Российской Федерации, кстати. Вы кажете, різноментальні регіони. Та ж Іспанія, вона з чотирьох фактично територій зібрана, в той же час це не створює проблем. Там нет, послушайте, нет такого в Іспанії, як є в Україні. Ну давайте тут в Іспанії. В Іспанії, в Іспанії. В Украине совсем другая ситуация. Это касается религии, касается языка, ментальности касается, исторического, ну, скажем так, осознания, допустим, кто враг, кто друг. Для западной Украины, послушайте, ну давайте так. У меня в семье моей сидел дед отца и бабушка матери, и они друга называли Бандера и Москаль. Тот с Черноярской области был, тот был с Кировской области. Это в советское время, я еще помню ребенком. Они в Западной Украине всех украинцев, даже я уже молчу там за русских, которые жили, условно говоря, вот восточнее, там как бы Киев или даже, наверное, может еще, называли их москалями. У них была определенная какая-то как бы ненависть даже. Это было советское время. Хотя говорили, что все было хорошо. Все было хорошо до поры до времени. И наоборот, когда приезжали, молодежь приезжала с Западной Украины, с Чернигивской, Львовской, Франковской, Ровенской областей, приезжали на так называемые летние работы там, по сахарной свекле, они их называли презрительно бандеровцами. Хотя эта молодежь, она к бандеровскому движению не имела никакого... радянской оккупации. Послушайте, да ну какая радянская оккупация? Не говорите глупости, какая радянская оккупация? Ну давайте тоже уже не сходим с ума. Не повторяйте этих идиотов. На сегодняшний момент это история наша. Что бы мы ни называли, как бы мы ни говорили, можете называть российской оккупацией, или австро-венгерской оккупацией, османской оккупацией, да как угодно что ли называйте, это разность ментальности, разность отношения людей, граждан ко всем событиям, которые происходят в нашей стране. Зачем людей разрывать? Для чего? Павло, як ви бачите вихід з цієї ситуації і, власне, чи може Україна розраховувати найближчим часом на ПДЧ? Ну, во-первых, зашел разговор про Швецию, да, вот Швейцария, она не является членом НАТО, но при этом нельзя забывать о том, что она ведь окружена дружественными странами. Когда заговорили про Финляндию, Финляндия, давайте вспомним 1917 год, когда они провозгласили самостоятельность, то большевистская Россия, они не возражали против этой самостоятельности Финляндии. Поэтому говорить о потребности Финляндии в вступлении в НАТО, ну, мне кажется, это не совсем корректно. Касательно Украинской Народной Республики, которая тогда была просто уничтожена большевиками. Поэтому мы все помним это. И тот статус, который в 96-м году внеблоковой нашей страны был зафиксирован, то мы могли еще в 2005 году говорить про то, что мы можем балансировать на каких-то возможностях. А после аннексии Крыма и 2014 года, я считаю, что такой возможности уже в нашей стране нет. И, как говорил немецкий канцлер Отто фон Бисмарк, что политика – это искусство возможностей. А в 2014 году уже другой возможности не было, кроме как курс на интеграцию в НАТО. Ну, такую историчную предысторию мы з'ясували, але все-таки... Ну, Финляндия 17-го года, ну, что вы говорите? Вы говорите о распаде Российской империи. От Российской империи ушло достаточно немало территорий. Одни они смогли вернуть, другие они не смогли вернуть. Вот и все. Ну, так же самое, как можно говорить о Польше, потому что практически большая часть современной Польши, она была включена в состав Российской империи. Что дальше?
Ну, когда была Первая мировая война, на, как то кажут, на тле уже результатов Первой мировой войны, ну, по сути дела, большевистская Россия на тот момент, она признала поражение. Почему? Потому что господин Ульянов Ленин, ну, я же не буду там рассказывать, ему было вообще плевать на ситуацию вокруг геополитики, ему было интересно сохранить власть на той части, которая имела отношение непосредственно к России по своей как бы самобытности. Ему было абсолютно плевать как на Украину, как на польские территории Российской империи, или, допустим, кавказские территории, или территории, тем более, Финляндии, там, либо Прибалтики. Ну, я думаю, что это при всем уважении... Если мы говорим про страны, например, бывшие сателлиты, да, Советского Союза, та же Польша, Чехия, Словакия, они все члены НАТО. И что? Причем их европейская интеграция была уже только после членства в НАТО. А для Украины, конечно, путь в Европейский Союз, он как бы даже нет других альтернатив. Смотрите, ну сравнивать, еще раз говорю, сравнивать нас с Польшей или с Венгрией не совсем корректно. Почему? Потому что у Польши своя история. У Венгрии своя история, у Финляндии своя, у нас своя. Еще раз говорю, нам не нужно с кого-то что-то копировать. Нам нужно идти своим путем и думать своей головой. И понимать, что на сегодняшний момент Украина, вообще как вот огромная страна, она уже стала меньше, к сожалению. Кто в этом виноват, не только Российская Федерация, прежде всего мы сами виноваты в этом. Потому что нам нужно было, соответственно, понимать, что мы находимся перед определенными вызовами. Но мы, к сожалению, это не смогли сделать. По словам «мы», я говорю об элите Украины, о господине Кучме, Ющенко, Януковиче и о таком, ну, на мой взгляд, преступнике, как господин Порошенко. Как по мне, так вообще все эти президенты должны нести уголовную ответственность. Потому что за потерянный Крым и за потерянный Донбасс, ну, пока, слава богу, не до конца, по сути дела, каждый президент имеет колоссальную ответственность перед этим народом. Но это просто разговорами и останется. Теперь по поводу пути. У каждого должен быть свой путь. У нас свой путь. Еще раз повторюсь. Эту страну хотят разорвать. Она никому не нужна. Ни Европейскому Союзу, американцам, ни русским, ни туркам. Она не нужна в таком размере и в такой, так сказать, географии. По сути дела, вы понимаете? Плюс надо понимать, что Украина в нынешнем состоянии в той или иной степени сшита по определенным лекалам. Почему? Потому что по результатам Второй мировой войны, Великой Отечественной, кто там хочет ее как называть, мы, допустим, забрали определенные территории Восточной Польши, которые не считают их своими. Часть Словакии, часть Румынии, часть Венгрии, которые считают их своими. Там, я вам скажу, даже больше. Там проживает, по сути дела, люди с определенными национальностями. Румыны там проживают, словаки проживают, поляки, ну их там поменьше стало. Сталин к полякам крайне жестко относился. Венгры сколько проживает. И они тоже могут поднять вопрос. Что касается Крыма, я вам хочу сказать, если бы не забрали бы русские, все шло к тому, чтобы забрали турки. Вы это не понимаете или нет? Потому что все наши татарские деятели общественные, они все работали с турецкой разведкой. Кто об этом не знает, тот либо не понимает, что вообще происходило в Крыму, либо что бы могло произойти. Поэтому поддержка господина Эрдогана, Украины, и касательно Крыма в том числе, не потому что он так переживает за то, чтобы Крым стал украинским, или хочет, чтобы он стал украинским, а исключительно в контексте того, что он сам смотрел на этот Крым, и были свои определенные мысли и помыслы. Проте жодної заяви з боку турецьких політиків цього приводу не було, на відміну від російських затуляних і всієї цієї іншої братії. Ну, это не имеет значения, какие кто заявления делает. Это была напівофіційна позиція. Давайте так. Вопрос не о заявлениях. Вот, допустим, господин Байден, мне очень понравилось, скажу честно, заявил о том, что вопросы целостности, суверенитета Украины на повестке дня вообще не стоят. Ну, то бишь, никто не собирается разменивать. Ну, в контексте встречи в Женеве, да? Но это супер для всех нас, патриотов Украины, ну, це прогнозов... круто. Це насправді круто. Просто прогнозована позиція. Вот. А теперь-ка давайте мы посмотрим, а насколько это все соответствует реалиям? Да это не стоит ничего. Это ничего заявление не стоит. Поэтому мне абсолютно плевать на заявление Затулина или отсутствие заявления соответствующих политиков Турции. Почему? Потому что меня интересует конкретная деятельность. А я могу сказать, что турецкая разведка, турецкие спецслужбы достаточно активно и продуктивно, как и российские, безусловно, работали на территории Крыма. Об этом знали все. И все эти общественные деятели нынешние, в том числе и некоторые народные депутаты, не знаю, они от ЕС, сейчас не от ЕС, их там масса различных, они все работали с турецкой разведкой. Это знали все. Вы думаете, в СБУ об этом не знают? Конечно, знают.
Все об этом знают. Но это не подтверждено. Да, послушайте, ну конечно, не подтверждено. А финансировали, допустим, сколько, все эти татарские организации финансировали турки. Думаете, просто так? Вы понимаете, не зря же, например, в той же Соединенных Штатах существует, как и в Российской Федерации, понятие иностранного агента. Что думаете, это просто так? Ну тогда, с вашей точки зрения, любой американский грант, это тоже посягательство. Конечно, конечно. А так оно и есть. А что, не влияет это на политику? А давайте-ка посмотрим, как появилась арабская весна, допустим. Как появились у нас один Майдан, второй Майдан. Вы что думаете, это происходило без американских спецслужб? Или вы думаете, что это вышли люди и вот там решили поднять вопросы? Безумовно. Но если вы это думаете, то вы либо лукавите, либо, ну... Чесно говоря, безумовно, це в тій чи інш, ну, в тому чи іншому ступені це експансія. Експансія в Україну іноземного капіталу, яка за собою має певні цілі. Але от турецький капітал, принаймні, я би не став казати 100%, що вони мали якісь саме територіальні цілі. Просто говорити про Крим, це, по-моєму, ну, взагалі некоректно, при тому, що, ну, всі ми розуміємо, що Янукович – это единственный президент, который сбежал на всем европейском континенте. А партия ОПЗЖ, ну, мы понимаем, как она сформировалась из партии регионов. Поэтому говорить про то, что какой-то другой президент своими действиями построил, так сказать, ту ситуацию, которая произошла в 2014 году, ну, это тоже лукавство. А касательно... Ну, вы закончите, я вам отвечу. Ну, а касательно, я еще хотел прокомментировать встречу последнюю, да. Конечно, то, что сейчас было на встрече касательно НАТО и перспектив, и плана действий. После политики Зеленского действительно проблемы Украины начали решаться вне Украины. І такого при президенті Порошенка не було. Але в той же час Зеленський більш активно вимагає ПДЧ для України, чого не робив Порошенко. Саме у публічній площині, а не суто дипломатичній. Ви згодні? Ну, я буду согласен тогда, когда мы получим действительно этот перечень. Мне кажется, что текущая власть, она заигрывает с союзниками. У Украины есть свои стратегические интересы, да, и есть временные союзники. Нельзя вот так заигрывать с другими государствами в надежде, что вот так с неба свалится этот план действий. Но так не будет. Алексей, вы хотели ответить, и вас на поводу... Да, смотрите, по поводу ситуации в стране. То, что произошло в 2014 году, на самом деле виноват Янукович прежде всего. Я с вами соглашусь абсолютно. Почему? Потому что то доверие, которое выразили ему люди, к сожалению, он и как практически все остальные президенты переводил в режим собственного накопления. Он из своего сына решил сделать олигарха. То же самое, что делал Кучма и своего зятя, господина Пинчука. Ну, то, что, по сути, дело Порошенко делал сам из себя. Он, в принципе, хочу вам открыть маленький секрет, если вы не знаете, господин Порошенко в правительстве Януковича чувствовал себя крайне комфортно. Он чувствовал себя крайне комфортно и во времена Ющенко. То есть, тот человек, который, знаете, ну, на мой взгляд, вообще не имеет... ну, наверное, какого-то даже, знаете, морального права что-то говорить о господине Януковиче, он с ним работал. И работал не просто так, а сидел на достаточно таких серьезных и непростых потоках, по сути дела. Как он себя вел во время Майдана, ну, по сути, второго, или там, как называется, революция достоинства, да, для меня это государственный переворот. Он к нему имел какое-то отношение, но он его не организовал, организовывал, прежде всего, крушение самого Януковича, к огромному сожалению. Это олигархи, которые, в принципе, устроили весь этот Майдан и всю эту революцию достоинства. Другое дело, что, безусловно, этим опекались Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Почему? Потому что им это было крайне выгодно. Теперь, по поводу ситуации с ПДЧ и по поводу ситуации с НАТО. Я думаю, что вся эта эпопея вокруг НАТО, вот очередная, это исключительно искусственно создана под визит и под встречу, визит в Женеву и под встречу господина Байдена и господина Путина.
Вот и все. И, к огромному сожалению, интересы Украины – это исключительно разменная монета. Я это четко вижу. Почему? Потому что я помню, как Соединенные Штаты говорили о Северном потоке. Что с Северным потоком? И что с нашими, кстати, вот турецкими союзниками, да, которые нас тут так поддерживают там, и так далее? Они построили с Россией, как и наши западные союзники, я говорю о Федеративной Республике Германии, те построили Северный поток, те построили Турецкий поток в обход Украины, в обход интерес наших экономических интересов, подрывая наши экономические интересы. Господин Трамп, господин Байден был заинтересован исключительно в поставке сжиженного газа. Ему в польские порты, в прибалтийские порты. Ему все это было плевать на нашу газотранспортную систему, и что мы завтра, потеряв 4-5 миллиарда долларов за транспортировку, окажемся вообще ниже плинтуса. Да им всем плевать на это, как вы не можете понять. А могли в Украину поставлять скраплений газ, якби... Через что? Якби реалізували проєкт, якщо пам'ятаєте, агентство інновацій і агентство інновацій там чогось ще, яке очолював Каськів, там було 7 проєктів, жоден з яких не був реалізований, і один з них був LNG-термінал. І саме це агентство створювалося за президента Януковича. Смотрите, Константин, я вам скажу следующее. На самом деле для меня главный преступник, наверное, это является господин Кучма. Потому что если в 2000 году он бы не пожадничал, он бы создал бы с Россией и с Федеративной Республики газотранспортный консорциум, то, о чем говорили, то вообще не было бы, извините за выражение, всего этого бедлама, о котором мы сейчас все находимся. Не было бы ни Крыма, ну, имею в виду потери Крыма, не было бы войны в Донбассе, не было бы ни революции достоинства и не было бы первого Майдана. Почему? Потому что бы Россия бы свой газ поставляла бы по общей трубе, Германия бы была заинтересована получать этот газ по нормальной цене, вложила бы деньги в реконструкцию этой газотранспортной системы, работали бы наши украинские предприятия при, так сказать, реконструкции этой газотранспортной системы. Но это не удалось сделать. Почему? Потому что господин Кучма занимался на тот момент воровством предприятий крупнейших в интересах своей семьи, своего Пинчука, зятя. Вот и все. Понимаете? Ну, чтобы было, потом проснулись американцы, устроили Украину без Кучмы, решили вопрос Гангадзе и устроили весь этот бедлам. У нас вот не так много времени остается. Есть еще одно важное питання. Чи потрібно от перед вступом НАТО, щодо, власне, євроатлантичної інтеграції, питати наш народ? Я пам'ятаю, ще президент Ющенко казав, що без референдуму не буде НАТО. Президент Петро Порошенко казав, що референдум буде тоді, коли ми отримуємо ПДЧ, якщо я не помиляюся. Тобто, спочатку вносяться зміни в Конституцію, потім запитують у населення. На вашу думку, чи це правильно було? Я думаю, что сначала нужно получить план действий, и его получить одномоментно будет просто невозможно. Это огромные, огромные усилия дипломатические для нашей страны, поэтому нужно в этом ключе работать. А говорить про референдум, я считаю, что это, ну, это популистический вопрос. То, каким образом его могут провести, оно совершенно не покажет истинное положение дел в обществе. От я пам'ятаю ситуацію до 2013-2014 років. Фактично всі соціологічні служби, авторитетні українські, давали там десь 36-39% підтримки вступу України в НАТО. Тобто не вистачало доволі багато. Зараз вже дають там 55-57. Тобто більшість вже за. Чому так відбулося? Ну, зрозуміло, що перше – це фактор агресії Російської Федерації, тобто природнім шляхом люди змінили свою думку. І другий фактор, ну, ми розуміємо, що багато тих людей, які були проти НАТО, вони залишилися на окупованих територіях в Криму та на частині Донбасу. І от, власне, Олексію, питання з зв'язку з цим до вас. Тоді, коли була от така соціологія, представники, скажімо так, ті люди, які зараз представляють вашу партію, казали, що потрібен референдум. Зараз щось я не чув, особливо про референдум щодо НАТО, зараз категорично проти, коли ви розумієте, що громадяни України скажуть так. Ну, смотрите, я не знаю, что там говорят партийные боссы, честно говоря, я не всегда отслеживаю, что они говорят. Я как-то привык больше своей головой думать. Я считаю, что подобные решения, независимо, когда они принимаются, в 2014 году, в 2012 или 2018, или сейчас, должны проводиться однозначно на референдуме. Это имеет, мне кажется, очень важное значение. Другое дело, что когда господин Порошенко инициировал
изменения в Конституции в 2018 году, то он, честно говоря, не был обеспокоен решением людей. Несмотря на то, что на тот момент уже и с Крымом все было ясно, вернее, ну, как ясно, у нас его забрали, аннексировали, и ситуация на Донбассе. Ну, вы понимаете, какая же ситуация? Ну, у нас же вообще народ, что такое народ? Да плевать на тот народ, чего его спрашивать? Мы же сами все знаем, что нам делать. Поэтому я не думаю, что вообще кто-либо в этой стране спрашивал у людей, чего они хотят и куда нам идти. Что касается вступления, например, в союз Российской Федерации, Беларуси, Казахстаном, или, допустим, вступления или подписания вот, документов с Европейским Союзом, почему же я помню, как Майдан-то зарождался? Он зарождался из-за чего? Из-за того, что в Вильнюсе Янукович не хотел підписувати следующие документы, да? Він зароджувався не через те, що не хотів Янукович. Зароджувався через те, як це було піднесено. Як це було власне піднесено. Я ці события помню крайне хорошо. Значить, аналогічно. Послушайте, в начале были, появились первые палаточки, первые флажки, партия, как она там называлась, Европейская, там, не солидарность, там как-то назывался, это соратник Ющенко его возглавлял. Катеринчук, партия Украины. Европейская партия Украины, да, они там собирались и так далее. Почему? Потому что в Вильнюсе не подписали. А почему в Вильнюсе не подписали? Потому что, опять же, жадине Януковича, которому не хватило, ну, скажем так, ума понимать, что его так называемые европейские партнеры просто обманут, как они делают, в принципе, всегда и со всеми, плюс-минус, что, закрывая, уничтожая целые отрасли нашей промышленности, закрывая заводы в будущем, вступая и подписывая соответствующие документы в ассоциации с Европейским Союзом, мы взамен ничего не получаем. Они ему обещали определенные деньги, порядка там 5 миллиардов евро, определенные там деньги, которые... за 2 дня до саммиту, Нет, ну переговоры, послушайте, ну переговоры-то велись заранее. А потом под конец сказали о том, что выделят там порядка 400 или 500 миллионов евро. И он отказался подписывать. И после этого был визит, я уж не помню, или встреча была с Путиным, и тогда Российская Федерация пообещала порядка 10 миллиардов долларов. Причем 2 миллиарда долларов поступили, если я не ошибаюсь, буквально в декабре месяце. Если бы эти деньги бы не поступили, тогда бы уже украинская гривна бы обвалилась бы с 8 там, до 12 или 14. Это все, послушайте, все эти революции, все эти Майданы, это все для дураков. Это картинка для людей. На самом деле все всегда упирается в деньги. И вся эта эпопея произошла исключительно из-за денег, вы понимаете? Так же самое, как господин Янукович, он собирался уходить. Он собирался уходить. Он трус, конечно, но собирался уходить. Ему премьер-министр Франции, Германии, Польши пообещали, что пройдут через 2 месяца выборы, и члены оппозиции, представители оппозиции будут участвовать наравне и так далее. Так же было. После всего убивали людей, устроили весь этот бедлам. Так, ну, мы зараз підемо зовсім іншу тему, яка дуже конфліктна. А оттуда все тянется. Тому давайте, ми вимушені, на жаль, завершувати, завершився час, але я думаю, що ми в такому от складі ще обов'язково продовжимо цю, безумовно, важливу і цікаву дискусію. Олексій Єремиця, Павло Шандра, я вам дякую, шановні, що ви знайшли час, дякую за цікавий ефір. Спасибо. Це була міжнародна політична панорама на телеканалі «Репортер». Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.